Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.net. Всем здравствуйте! Выполним задание номер 115. Сравните числа и их модули. А. 0,2 и 0,17. Б. Минус 0,2 и 0,1. В. 0 и минус 0,5. Г. Минус 0,7 и минус 0,8. Д. Минус 0,62 и минус 0,9. Е 1,4 и минус 1,28. Мы знаем, что на координатной прямой, если число расположено левее, то оно меньше. То число, которое правее, оно больше. Итак, запишем под буквой А. 0,2 и 0,17. Нужно уравнять. Сначала припишем сюда 0 и видим, что число 0,20 больше, чем 0,17. Теперь сравним их модули. Модуль 0,2 и модуль 0,17. Модуль 0,2 равен также 0,2. Здесь 0,17. 0,2 также больше. И здесь тоже ставим знак «больше». Б. Минус 0,2 и 0,1. Минус 0,2 число отрицательное. Оно расположено левее, чем положительное 0,1. Поэтому оно меньше. Теперь сравним их модули. Модуль минус 0,2 и модуль 0,1. Модуль минус 0,2 будет равен 0,2, а здесь 0,1. Это число больше, а значит и модуль тоже больше. То есть мы видим, что знаки у модулей наоборот стали. В 0 и минус 0,5. 0 расположено правее, чем отрицательное число минус 0,5, поэтому оно будет больше. Теперь найдем модули. Модуль 0 и модуль минус 0,5. Модуль 0 равен 0. Здесь модуль равен 0,5. А теперь наоборот, 0 меньше. Здесь знак тоже меньше. Далее Г. Минус 0,7 и минус 0,8. Минус 0,7 будет расположено правее, поэтому оно больше. Сравниваем модули их. Здесь модуль равен модуль минус 0,7 и модуль минус 0,8. Модуль равен 0,7, здесь модуль 0,8. Это число меньше, а значит и модули тоже меньше. У модуля знак поменялся, был больше, стал меньше. Далее D. Минус 0,62 и минус 0,9. Минус 0,62 будет расположено правее, поэтому оно больше. Теперь модули записываем. Модуль минус 0,9. Будут положительные числа 0,62, здесь 0,9. У положительных чисел наоборот, это число меньше, значит и модуль тоже меньше. И последнее Е 1,4 и минус 1,28. Положительное число 1,4 всегда больше отрицательного, оно правее. Модули находим. Модуль первого числа 1,4, модуль второго числа 1,28. Первое число, конечно же, больше. Здесь также больше. Задание выполнили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!